Называется розовый город, затерянный город и город мертвых. Розовый город, потому что цвет скалы, город ветра розовый цвет. Это увидите в ущелье и на главный фасад. Затерянный город, потому что город ветра потерялся 600 лет. Находили в Он приехал сюда, жили в Эсквитвине и не разрешили ему туда сходить. Потому что они чужие не пускали, никому не рассказывали про их город, чтобы никто не забрал город. Ему было очень интересно смотреть, что вовнутрь, он был любопытный. Поэтому он уехал в Сирию, жил там 7 лет, учился арабский язык, женился на арабской девочке и вернулся здесь. Одел бедуинские платья, да, обманул бедуины и так и зашел в город Петра, и так приехал в город. Город мертвых, потому что все рассказы в город Петра будут о гробнице, о похоронном зале. Все рассказы так и будут, потому что на Патриции думали, что долговый, настоящий жизнь начинается после смерти. Поэтому старались делать себе гробницы раньше, чем умереть. Старались. Разница между жильем и гробницей, вот смотрите, простая пещера, дырка круглая в скал, это жилье. Смотрите справа сверх, пещера красивая.